Приехали в Эстонию, город Таллин, и сразу же попали в креативный городок. А теперь немного расскажем о себе. Меня зовут Александр Снитовский, я инстаграм-блогер из Санкт-Петербурга с тематикой travel. Меня зовут Валерия, и я тоже инстаграм-блогер из Петербурга, и моя тематика – путешествия. Зашли в дизайнерский магазин Tally Shop, и есть только дизайнерских вещиц, украшений, одежды, очков. Сейчас будем закупаться. Купили теплый плед и теплый домашний халат, а также небольшие маленькие сувениры из Таллина. Чококо! Итак, я решил попробовать какао-бобы из разных стран, но меня ждало просто небольшое потрясение. Оказывается, все они растут внутри вот такого кокона. Сегодня мы будем пробовать марципан в кафе «Маясмак» и будем рисовать разных зверюшек также из марципана. Пойдем? Да, конечно, заходи. Я очень сконцентрирована, я прорисовываю котенку глазки, носик, усики, и это очень сложно. Есть лайфхак. Если вы не умеете рисовать глаза, рисуйте очки. И это лучший выход, который я смог придумать. Мы сделали свои фигуры, у нас есть теперь Мишка и котик. Раскрашивать наши марципановые фигурки. И теперь пойдем в ресторан, так что пойдемте с нами. Мы пришли в очень необычный ресторан. Дизайн привлекает сразу же с террасы. Очень необычно, и мы хотим попробовать кухню, поэтому пойдемте. Да. Мы немного в шоке с интерьера данного места. Я даже не могу подобрать слово. Слово есть. Слово есть, оно называется кич. Вот. Но в данном случае это оформлено очень стильно, поэтому определенно стоит прийти, чтобы понять, насколько здесь все умопомрачительно. Вот так. Пришло время заказывать. Я просто в шоке. Столько деталей. Как они это все придумали? У Леры, значит, том-ям. У меня суп, который называется как-то еще по-тайски. Есть креветки с соусом васаби и японский тунец. Очень красивая подача, так что пришло время все это дело пробовать. Теперь пора пойти в другой бар и попробовать другие коктейли, эстонские коктейли. Пойдем. Все, поехали.
отправились в старинное поместье. Сохранилась мебель тех времен, интерьер и дизайн. Ну как можно не ездить в Эстонию с таким удовольствием? Я не знаю. Это поместье мне нравится гораздо больше предыдущего, потому что здесь больше деталей, больше света. Мне кажется, что здесь жили более обеспеченные люди. Время продолжать нашу поездку, и мы поедем заваривать чай на маленьких машинках. Попробовали уже где-то 5 сортов чая. Наверное, больше всего мне понравился с укропом, потому что он, знаете, такой самый необычный. Вот. А Лера говорит, что ей понравился с цветами. И сегодня покажу вам, как это свидание по-эстонски. Это тебе. Спасибо. Пойдем. Очень мягкий песок, мягкий рассеянный свет, и мне все безумно нравится. Время самого романтического ужина уже пришло, поэтому изучаем наш ассортимент. Так, у нас есть традиционный эстонский черный хлеб, различные закуски, хумус, свеклы и многое-многое другое. На самом деле это событие приурочено также к костру, который мы сейчас разводим. Дело в том, что каждое последнее воскресенье августа все балтийские страны на своих пляжах разводят костры. Это такая очень-очень старая традиция, которая идет еще испокон веков и продолжается по сей день. Отвернись, не смотри, не смотри. Путешествие подошло к концу. Нам невероятно понравилось в Эстонии, и я думаю, мы обязательно сюда еще вернемся. Да, пришло время прощаться. Хотим сказать пока Таллин, пока Эстония. Нам было приятно с тобой познакомиться. Мы обязательно приедем к тебе в гости еще раз. Пока-пока. Пока.